Знаешь что, приятель, признаюсь, у меня какое-то хорошее предчувствие. Понимаешь, о чем я? Удачи, старик, удачи. Спасибо. И если нужна еще мотивация, взгляни вон туда. Эй, ты в порядке? Эй, Си-Джей, мой друг задыхается, помоги! Нет, только не Си-Джей, только не Си-Джей! Что такое? Ты подавился? Боже. Ну, дышишь? Ой. Все в порядке. Ронни. Что? Все хорошо. Спасибо. Ронни, ты в порядке? О, да. Нет, 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 нет. Ты уверен? Да, нет, 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 не трогай, не трогай, все хорошо. Ладно. Мне так хорошо, ты молодец. Очень, очень хорошая работа, молодец, спасибо. Ладно. Иди. Выпей воды. Спасибо большое. Пока. Пока. Ты, ай! Да. Как это выглядит? Что как выглядит? Там внизу. О, старик, это ужасно. Так все плохо? Твой член застрял между двух деревяшек. Это тогда просто... Тогда я... Черт, я не могу дотянуться. Залезь туда и вытолкни его как-нибудь. Нет, Ронни, я не могу. Ну же, давай. Нет. Ты должен. Нет. Возьми член и вытолкни. Нет. Его. Не могу. Слушай, Ронни, я тебе помогу. Давай вместе попробуем расслабиться. Это как? Вспомни, что тебя больше всего отталкивает? Белье твоей бабушки? Не работает. Нет? Ладно, а может, типа... Страусы. Он застрял, застрял. Мич, эй, нет, помоги. Нет, только не Мич, только не, да. Мич сюда. Привет. Привет, Мич, Мич уже здесь. Ронни, готовишься к отбору, приятель? Еще бы, просто я очень рад, что завяжу с проклятой робототехникой, компьютерами и займусь чем-то полезным в жизни. Не нужно смотреть туда. Лучше не трогай меня все, сейчас. Все, все, не трогаю. Хорошо. Надо же. Что ж, твой прибор с причиндалами застрял там, но все будет хорошо. Да? Со мной такое было. Ничего страшного. Правда? Да, друг. Однажды я застрял в девушке на несколько часов. То есть разницы нет, ты считаешь? Никакой. Член застрял, бывает. Член в девушке и член в скамейке. Огромная разница, ладно, ясно? Главное, успокойся, и мы выдернем твоего жизни. Нет, 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 давай. Все хорошо, все хорошо. Я сам, все хорошо. О, господи. С другой стороны, круто, когда такой стояк. Поздравляю. Ронни. Как себя чувствуешь? Лучше, но можно как-нибудь закрыть меня от толпы? Да никто не смотрит, только мы. Ну ты и врун, тут полно людей. Мич, у него еще больше опухло. Ладно, придется выдергивать. Выдергивать? Да, это как вырвать зуб. Что? Хотите щипцами выдернуть мой член? Ронни, Ронни, ты в порядке? А, да, да, все хорошо. Да, все на месте. Я горжусь тобой, Ронни. Ну и скотина же ты, Дэйв, ты мой худший друг.